Ну, вот это вообще дерьмо. Тонкая полосочка чего-то. Вот эта разновидность супа должна называться сорянка. Типа сорян, пацаны, что смогли, то и сварили. Здравствуйте, дорогие друзья. Прокушев ест. Небольшое сражение двух наиболее популярных столовских сетей. Это «Съем слона» и это «Горожанин». «Съем слона», который находится на Карла Маркса возле городской администрации, и мы покупали в «Горожане», который находится на перекрестке Мира и Винбаума. Возможно, в других заведениях по-другому, и где-нибудь в «Горожане» сидит злая тетка, которая лупит половником тех, кто тянет руки к котлетам, но именно эти точки «Съем слона» очень сильно проигрывает «Горожанину» в плане сервиса. В «Горожане» такие милые, добрые женщины, которые тебе и расскажут, окружат тебя теплом и уютом, а «Съем слона» очень все механически. Будешь жрать – жри. Теперь давайте посмотрим, что нам там собрали в дорожку. Сейчас мы распаковываем столовую «Горожанин». Солянка, шарлотка, которую мне чуть ли не насильно вручили. Вот такая гречка с мясной котлетой и грибным соусом. И у нас есть куриная котлета с макаронами и овощным соусом. Это команда, которая играет за «Горожанина», а сейчас представляю участников команды «Съем слона». Оказывается, столовский салатный мир чрезвычайно богат и разнообразен. Прямо-таки не нашлись совпадающие пункты, поэтому я взял чифан, солянку, более удобная коробочка. Мясная котлета, куриная котлета с гречкой. Не нашлось одинаковых, тут она с грибами, а тут она завернута в блин. Ну, я думаю, что сравнить все равно можно будет. В качестве сладкого вот такой вот кексик «Зебра». Начнем с салатов, как и все приличные люди. Вилок, ложек, к сожалению, не прикладывают. Салаты мы оценивать я не буду, я просто попробую, скажу, съедобные они или нет, потому что я не знаю, как сравнить чифан и сельдь под шубой. Сейчас я буду пробовать сельдь под шубой из столовой «Горожанин». А мне звонят, да, или нет? Привет, привет. Да ничего. А ты можешь перезвонить через 20 минут? Я пока вот сейчас не могу говорить. Итак, мы начинаем дегустацию с салата «Сельдь под шубой» и столовой «Горожанин». На вкус почему чувствуется чеснок. Съедобно, но что может случиться с сельдью под шубой? Вот. Теперь чифан с майонезом. Это новое слово в кулинарии. Чифан вкусный, но мясо очень жесткое почему-то. Я скажу по салатам паритет. И это не волшебно вкусно, и это не волшебно вкусно. Перейдем к более основательным блюдам, к солянке. Ну, от солянки из «Горожанина» такой явственный запах жидкого дыма. И «Съем слона» пахнет кислой капустой. Тонкая полосочка чего-то. «Съем слона» явно с мясной составляющей побогаче. Ладно, попробуем. Вот эта разновидность супа должна называться «Сорянка». Типа сорян, пацаны, что смогли, то и сварили. Я считаю, что в солянке главное навар. Тут ни хрена никакого навара, он просто такой с горьковатым лимонным вкусом суп. А вот сейчас я пробую «Съем слона», значительно вкуснее. Но это еще меньше похоже на солянку. Это вкусный суп, особенно за свои небольшие деньги. Но вот назвать это солянкой я бы вот прям так не отважился. К сухую «Съем слона» побеждает, потому что намного вкуснее. Вот это вообще дерьмо. Сейчас мы будем пробовать куриные котлеты с гречкой. Народное творчество бушевало, поэтому одинаковых куриных котлет мы не нашли. Пришлось взять такие творчески переосмысленные. Так, давайте начнем на этот раз с «Горожанина» и их версия куриной котлеты с шапочки из грибов. Я так полагаю, мазика. Вкусно, прям вкусно. Сочная, приятная котлета. Версия «Съем слона» — куриная котлета в омлете. Я ошибся, это кляр, это не омлет, это кляр. Очень много лука. Очень много лука. Котлета тяжелая, очень плотная. «Горожанин» выигрывает явно. Гречка одинаковая совершенно. И мы переходим к мясной котлете. Очень напряженный момент. Борьба идет на равных. По одному баллу у каждой столовки в дело вступают мясные котлеты. Именно их противостояние и решит исход битвы. «Горожанин» — переваренные столовские макароны. «Съем слона» — переваренные столовские макароны. Котлета из «Съем слона» — должен быть барабанный бой. Ну, такое. Не такое количество лука, как в куриной. И, в принципе, она вкусная, но не фантастическая. Ответ на удар «Горожанина». Ребят, «Горожанин» лучше. Фарш более крупный, котлета поэтому более сочная. Вообще нет вот этого излишка лукового. Извините, но вариантов нет, «Горожанин» побеждает. Так, дай кексики мне, пожалуйста. Ну и на десерт. Десерт.
шарлотка из горожанина. Вкусная, воздушная, это грубая, как будто она сделана из цельнозерновая, знаете, как хлеб цельнозерновой. Хлебу это хорошо, от шарлотки я бы воздержался бы. Какая-то беспородная булочка без названия, съем слона. Ну, вообще это называется бисквит зебра, но там не было написано, что это бисквит зебра. Может быть, она называется день и ночь, допустим. Или Ромео и Джульетта. Или лимон и кориандр. Ленин и печник, я не знаю. По баллам много, четверть балла получают съем слона. Итого результаты битвы столовок. С результатом 2 балла против результата в 1 балл побеждает столовый горожанин. Но жрать их солянку совершенно невозможно. В плане котлет горожанин все хорошо. В плане первых блюд, ну не знаю. Ну нет, это не солянка, и даже близко не солянка, и даже не суп. Это вообще хрен пойми, что такое навар на капусте. В следующий раз, как всегда, более дорогая и престижная пища. Встретимся на следующей неделе, попробуем, обсудим. До свидания.